Представители ОБСЕ заявили, что отвод тяжелых вооружений на Украине должен завершиться к 27 февраля. В ежедневном отчете ОБСЕ сообщается, что отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения должен завершиться к 27 февраля. Соответствующий план подписали представители Донецкой и Луганской народных республик. План предусматривает вывод вооружений калибром более 100 мм к 27 февраля и установление демилитаризованной зоны к 7 марта.